В среду в Самарской области день обещает быть ясным и без осадков. Дневная температура со знаком плюс 2-4, тепла ночью 1-4 градуса ниже 0. Ветер южного юго-западного направления, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 4 градуса, ночью минус 3. Ветер южный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 4, ночью 1 градус ниже 0. Ветер южный, 3 метра в секунду. В Самаре ясная погода, без осадков, температура днем 3 градуса выше 0, ночью 4 ниже 0. Ветер юго-западного направления 2 метра в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.